Ребят, всем привет! Сегодня у меня очередная распаковочка. На этот раз ко мне попала вот такая вот стеклокерамика Минола. Напомню, что я снимаю предметку и параллельно делаю такие вот распаковочки для своего канала. Модель, значит, поверхности стеклокерамической MHS6442, она черного цвета. Сейчас я вам ее распакую и быстренько про нее вам расскажу и покажу, что же она из себя представляет. Значит, вот так вот выглядит наша варочная поверхность. Черное стекло сделано под камень. В комплекте, я смотрю, есть вот инструкция, гарантийный талон и необходимое крепление для этой поверхности. Так, по самой поверхности, значит, есть, я вижу, 4 конфорки, 2 из них одинаковые и 2 зоны для расширения. Значит, по мощности, вот эта и эта конфорочка у нас 1200 ватт, вот это у нас зона для расширения, она самая мощная, 2200, и вот это вот 2000 ватт. Значит, по управлению все очень просто, сенсорная панелька. Здесь у нас выбор идет конфора, какую вы хотите включить. Управление идет либо таким образом, либо плюс-минус вы добавляете мощности. Ну, допустим, мы включили самую верхнюю и поставили на 9. Сейчас она будет нагреваться. Есть также таймер остаточного тепла есть. Я смотрю, есть вот этот вот. От этого управления включаются зоны для расширения. И также я смотрю, есть таймер. Таймер и блокировочка. Блокировочка кнопок от детей. Значит, я смотрю, у нас нагрелась уже самая маленькая зона. Мы ее, в принципе, можем, вот выбираем, можем ее выключить. Затем мы сейчас включим вот эту зону с расширением. Включаем ее на максимум. Максимум это 9. И включаем вот зону для расширения. Вот горит соответствующий индикатор. То есть она будет нагреваться внутренняя часть и та, что вот обозначена вокруг конфорки. Также хочу отметить, что варочная поверхность не комплектуется вилкой для 220, ее нужно приобретать отдельно. Спасибо всем за просмотр этого видео, всем пока и до новых распаковок.